Привет, друзья! Смотрю с балкона, и сегодня у нас снова. Ветер сумасшедший. Прям вообще с ног сносит. При такой погоде даже выходить на улицу не хочется. Ну, не знаю, посмотрю. Вот, слышно вам, наверное, шум ветра. Ужас один. И ветер такой холодновастенький. Никак к нам настоящее тепло не придет. Гераньки мои на подоконнике, на балконе. Поднялись, полезли. Ну вот они как бы растут после подмерзания. Я не усмотрела. А это мои куличики напекла, а есть некому. Один подружке подарила, второй сейчас отнесу родственнице. Кто меня давно знает, я показывала там на роликах, у меня есть, как я пеку кулички. Молодежь наша фигуру блюдет, соблюдает. Чуть-чуть так по кусочку, чисто символически съели и все. Ну, я как бы тоже за этим делом слежу, но не выбрасывать же. Придется мне одной отдуваться. И все-таки, несмотря на сильный ветер, решили мы прогуляться. Вот у нас уже деревья покрываются листвой. Уже все такое зелененькое становится, трава уже зеленая. И сегодня наша прогулка в сторону озера. Раньше его называли Земснаряд или Химреактивовская, так как рядом завод Химреактив был. Или же Лазаревская. Сейчас, кстати, его также называют многие Лазаревским. Вот по пути к озеру мы проходим мимо этого завода Химреактив. Ну, он, конечно, уже не работает, но вот здания такие полуразрушенные стоят. Такое впечатление, как будто бы после войны, после бомбежки. Такие вот в бесхозном состоянии. Вот такие вот еще здания. Это я уже поближе подошла. И вот еще мимо, как раз мимо дороги. И возле озера есть автозаправка. Хотели попить молочный коктейль, но его не оказалось. Купили кофе латте. И вот сейчас идем, наслаждаемся кофе. И подошли к озеру. Вот такое вот оно, городское озеро. Ну, если сравнивать с советскими временами, конечно, озеро, на мой взгляд, изменилось в худшую сторону. Это вот груша начинает зацветать. Ну, такая дичка. Вот здесь изменился берег. Здесь был вот с этой стороны круче. А тут был раньше пляж, песочек, травка. И такой удобный вход в воду. Но сейчас здесь вот практически вдоль берега камыши. Летом камыши. Ну вот рыбачки сидят, рыбку ловят. Вот вдоль этого берега полностью камыши. Поэтому люди летом приходят сюда отдыхать, загорают, купаются. Но большинство идут на противоположный берег. Там песочек, с детьми можно отдыхать. Ну, чайки летают, значит, рыбка водится. Рыбачки сидят, рыбку ловят. Вот недалеко от озера такое болотце есть. Ну, такой пейзаж красивый, поэтому мы подошли, чтобы заснять.
И на этом наша прогулка уже заканчивается, так как у меня садится камера. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока, до скорых встреч!